ruska vojska uspjela da zauzme jalovište na prilazima Avdejevci. Sada se trenutno vode najžešće borbe za koks hemijsku fabriku koja je iza mojih leđa, koja se polako pretvara u novi Azovstal. Kao i sami što čujete, okolo artiljerija djeluje sa obje strane. I danas je jedan od sigurno najzahtjevnijih i bezbjedonosno najizazovnijih zadataka. Sa Božijom pomoću krećemo dalje. U nekih kilometar i po do dva vazdušne linije je dakle najjače uporište vojske u Avdejevki i ono je gotovo svakodnevno izloženo dejstvima i ruske artiljerije i FVP dronova i posebno avijacije koja je stotine navođenih FAP bombi bacila na ovaj kompleks do sada. Nalazimo se na položajima bataljona Svetog Arhangela Mihajla koji je dio prvog armijskog korpusa armije Ruske Federacije. Danas razgovaramo sa njihovim snajperistima. Kak vaš poziv novi? Fim. A vaš? Furija. Možete podskazati про ваше оружие? Да, могу. То есть на данный момент работает и показывает себя прекрасно, то есть дальняя дистанция, ну, на средних, в которых обычно всегда работаем, это 1200-1300. Калибр какой? 7,62. Она от отечественного производства, да? Да, отечественного производства, вот, в магазине 10, как говорится, патронов. Сбоя не дает, если ее постоянно за ней следить, то есть, ну, у меня плохих рекомендаций и нареканий на нее нету, то есть, я знаю и уверен, она меня всегда выручит. Это не только я могу сказать, и коллега может мой подтвердить, то есть, все зависит, как ее эксплуатировать. А ваше оружие? Сошки, чтобы было более удобнее работать и тише. Вопрос, можете ли вы сравнить, я это вашего коллегу тоже спрошу, сравнению с оружием, которое использует противник. Я был у некоторых подразделениях, у которых ребята пользовались и трофейным оружием, которое забрали противника западного производства или производства Украины вместе со Западом. Я вам так сказать могу, то, что противник, да, использует натовское оружие, но в большей степени на вооружении у них стоят такие же СВД. Противник работает с такими же винтовками. Мало подразделений, которые получают натовское оружие. Поэтому это оружие, которое лицо России. Оно стоит на вооружении у многих стран. Поэтому это одна из самых надежных винтовок. Безотказная. Клиенты не жаловались. То есть, да, непосредственно могу согласиться, есть, конечно, у них и хорошие винтовки, но они имеют свои свойства давать сбой, поэтому я человек России, и я предпочитаю российское производство, потому что я уверен, что мое вооружение, оно меня всегда выручит и поддержит в трудную минуту.
Значит, вы вашу винтовку не сменили бы на какой натовский трофей? Абсолютно верно. Вот я с ней до самого конца. А обстоятельства на Авдеевском направлении можете прокомментировать? Ну, обстоятельства на Авдеевском направлении, сами как понимаете, сейчас сложновато, но, естественно, идем потихонечку, сдавливаем противника в кольцо. Естественно, я сначала думал, можно как бы это все предпочесть с мясорубкой Бахмута. Но на самом деле это то же самое, как вот подтвердил до этого мой коллега. Это Мариупольская, потому что непосредственно там все вот эти промышленные объекты, вот эти вот все, естественно, вот эти вот укрепление. А ваша оценка ситуации по ДДЭКе как сейчас? Ну, я вам могу сказать то, что нет одинаковых ситуаций. Каждый бой он идет как от импровизации, поэтому сравнивать его с тем же Артемовском или Мариуполем я не вижу смысла, потому что Авдеевка — это Авдеевка. Это новый укреп, который мы будем брать, который мы возьмем в итоге. У их сильный укреп реально там? Люди 8 лет строили укреп. Они готовились, поэтому да, это такой один из самых сильных укрепов противника. Ну, в итоге, который мы возьмем все равно.